Большинство бытовых холодильников со временем начинают издавать неприятный металлический лязг и дребезг. В среднем звук появляется через 5-6 лет использования. Диагноз ремонтников, как правило, одинаков – компрессор под замену. Так как данная процедура подразумевает приобретение нового компрессора, основного узла любого компрессорного холодильника, то такой ремонт может вылететь в копеечку. На самом деле, дорогостоящий ремонт нужен далеко не всегда. Прежде всего, убедитесь, что холодильник стоит ровно. Для этого положите наверх холодильника обычный пузырьковый уровень и регулируйте высоту ножек холодильника до тех пор, пока холодильник не выровняется в горизонтальной плоскости. Если лязг после этого не пропал, попробуйте следующее. Доберитесь до задней стенки холодильника и снимите закрывающий компрессор щиток, если он есть. Как правило, для этого нужно всего лишь отвернуть саморезы по контуру крышки. Теперь обратите внимание, как именно компрессор держится на раме холодильника. Современные производители для экономии времени сборки часто закрепляют компрессор, просто отогнув металлические уши. Никаких винтов или болтов. От постоянной вибрации такое крепление разбалтывается, отсюда и возникает металлический дребезг при работе компрессора. Чтобы избавиться от него, просто подогните уши пассатижами, либо воспользуйтесь стяжками для проводов, чтобы плотно притянуть крепление компрессора к посадочному месту. Дребезг должен пропасть. Если же, несмотря на все усилия, холодильник по-прежнему гудит даже при закрепленном компрессоре, возможно, стоит задуматься о замене данного узла.